В Туркестане нашли человеческие останки на месте строительства общественной бани. Об этом стало известно из видео в социальных сетях. Автор ролика утверждает, что во время рытья котлована ковш поднял землю с человеческими костями. По словам автора видео, это котлован на месте строительства общественной бани. На земле три черепа, кости. Автор говорит, что над ней есть еще. По словам строителей, о необычной находке они сразу же сообщили в соответствующую инстанцию. На место приехали сотрудники правоохранительных органов, археологи, а также представители акимата. В ходе рытья котлованы были обнаружены кости 5-6 человек. Мы сразу же сообщили в археологию. Пришел археолог, он сразу же забрал кости. После нам сообщили, что эти кости принадлежат людям, которые были захоронены где-то в 18 веке. Однако, как утверждает археолог Бахыджан Нурханов, о необычной находке им никто не сообщал. О человеческих костях они узнали из видео в социальных сетях. Мы узнали это через социальные сети. То есть нам прислали видео обнаружение, которое снимал неизвестный мне человек. И после этого я буквально сегодня об этом ознакомился с этим видео. И сегодня же мы приехали сюда для ознакомления с объектом. Действительно, факты подтвердились. Человеческие останки были обнаружены в множественном количестве. Кости лежат вот на территории объекта. Вас не запускают. Нас сейчас не запускают. По словам археологов, они должны провести исследование и дать заключение, можно ли продолжать здесь строительные работы или, возможно, историки начнут изучение этого участка. Впрочем, сначала полицейским предстоит установить, есть ли повод для расследования. Бахром Абдуллаев, Виталий Зайнтинов, Информбюро, Туркестанская область.